Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Никос Поронидис. И сегодня я хочу поздравить нашим любимым женщинам, сестрам, матерям, женам. И всем желаю вам тепла, любви и радости, чтобы сегодняшний день у вас был очень насыщенный улыбкой и душевной радостью. Этим самым хочу вам всем пожелать, женщинам, вот, в связи с этим большим праздником, который посвящается вам, желаю вам быть всегда, находиться рядом, быть любимой и любить всегда людей, которые рядом с вами находятся, чтобы жили в радости, любви и в достатках. Дорогие мои друзья, самое главное, чисто от сердца, хотел бы я вам пожелать всем, мои дорогие, чтобы побыстрее закончился этот карантин и вот эта вся пандемия, история, которую уже мы уже чисто устали от нее. И очень хотел бы, чтобы каждый из вас мог приехать в нашу благословенную страну. Это чисто от души пожелал бы я вам, мои дорогие. На этом, мои дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался, ставьте лайк и пишите ваше мнение, ваши комментарии. С вами был Никос Поронидис и желаю вам всего хорошего. До следующего эпизода.